печально. Вы прошли через немыслимое. Но я не смогу вам помочь, пока вы не откроетесь. Мисс Уокер. Мисс Уокер. Рамира! Расскажите, что с вами случилось? Ладно. Родители заложили меня, когда узнали про мои способности. Я была в шоке. Но мой брат Брент, он всегда обо мне заботился. Схватил меня за руку, и мы убежали. Несколько лет жили на улице, прятались, все время в бегах. Зарабатывали на жизнь темными делишками. Но то последнее дело в Сиэтле, оно было хуже всего на свете. Да ладно тебе. Осталось одно дело. Мы все погрузили, пойдем. Нет, сегодня зарплата. Угу. И сколько? Хватит, чтобы переехать. Да? Да. И купить тебе котенка с коротким хвостом. А? Вот ты гад. И начать все заново. С чистого листа. Черт, сгорел жизнь! Что? Копы. Так, ты прячься. Я их отвлеку. Не надо. Сделаешь дело и валим. Нас никто не найдет. Нет, но... Нет. Нет, не используй свою силу. Да все в порядке, я просто все улажу. Раныра! Ладно. Эй! Стой! Сюда смотри! На меня, в глаза! Как вы задолбали. Офицер Холл! Одна есть! Ладно, детка, давай сюда. Видела в доках парня с ирокезом? А если поискать на твоем катере... Постой! Хочешь, фокус покажу? Брент заставлял меня скрывать свою силу. Если бы стало известно о проводнике в городе, за мной началась бы охота. Но в ту ночь я не боялась. Я хотела сделать дело, применив силу, а потом улизнуть с братом задолго до того, как прибудет Десс. Укромные местечки, где же вы? Здесь все чисто? Я ничего не могу, пока на хвосте коп. Надо бы найти, куда здесь спрятаться. Кажется, оторвалась. Сойдет.
Кент, ты как? Ну, я-то ничего. Но когда ты засветилась, город взбесился. Оставаться слишком опасно, нам нужно уходить. Дэд на подходе. Ты же хотел начать все заново. А я хотела котенка. Расскажи мне о работе, я ее выполню. Ладно, только быстро. Пентхаус на углу 3-й и Стоун. Оттуда надо украсть красную сумку. Ладно. А что в сумке? Да будешь, и мы уплывем на лодке, набитой деньгами. Звучит неплохо. Мы справимся, брат. Ты всегда их опережаешь. Только быстро. Если попадешь в тюрьму Деза, я этого не переживу. Шутишь? Заперто. Тук-тук. Что? Без свидетелей! Вали ее! Мне нужна только красная сумка, и все. Где же сумка? Эй, нужно зарядиться про запас. Проныра, как ты? Ты была там? Что случилось? Там полно русских с бомбой наперевес. Блин, акулы. Они его нашли. Кого нашли? Моего босса. Если они знают про пентхаус, то знают и про лодку. Нужно сматываться. Ладно, заводи мотор. Я скоро буду. Извини, что так вышло. Я хотел подарить тебе тайского котенка. Знаю. Еще подаришь.
Я сейчас буду. Нет, если у тебя начнется паника, они тебя накроют. Да все нормально у меня, я тебя вытащу. Давай, прячься, дуралей. Чучелка, где же ты? Нет. Черт, ты мне нужен. Когда мне становилось страшно, я думала о Бренте. Только он мог меня успокоить. Я цеплялась за воспоминания. Первую ночь в Сиэтле... Мы нашли мост и спрятались от дождя. Читали комиксы с фонариком, пока не заснули. А потом пришел тот мужик, хотел украсть наши жалкие пожитки. И он мог бы дорого за это заплатить. Но в ту ночь мы установили правила. Первое — ни за что не применять силу. К черту вещи! Брент хотел сохранить нас. А я применила силу. Это только моя вина. Моя! Я сорвалась! Эти прорывы в реальности изменили меня. Я получила способности, как будто тело все еще сражалось, когда разум сдался. Вы очень помогли нам, мисс Уокер. А прорывы? Покажите, какие способности вы обрели в результате. Вы хотели бы управлять своей силой? Мы вас научим. Не знаю. В последний раз я... Начнем с чего-нибудь простого. Я буду наблюдать за вашими успехами. И не делайте глупостей, глупостей? Прошу. Только это я и делала. Нет, мисс Уокер. Вы спасались. Уязвимое место есть у каждого. Нужно только поискать. Так бывает. Это начало. Не всегда мир будет ждать. Иногда придется действовать первым. Повинуйтесь инстинктам. Неплохо, нехорошо. Но вы только начинаете.
Может, вам нужны более узнаваемые решения? Впечатляет, верно? Это световые голограммы. По виду они как настоящие. А теперь убейте их, пожалуйста. Обычно я не стреляю в людей, ясно? О, эти голограммы создает проводник Юджин. Он не против. Но зачем? Затем, чтобы выжить. Не только вам, но и тем, кто не умеет защищаться. Защитите их. Хорошо, что боевой дух вас не оставил. Может быть, и другие чувства тоже вас не подведут. Время идет. Найдите и спасите заложника. Не страшно. Юджин сделает еще. Исходя из моих данных, вы можете видеть людей сквозь стены. Или это не так? Исходя из моих данных, вы можете видеть людей сквозь стены. Или это не так? Отлично. Так, второй заложник спрятан неподалеку, но на этот раз действуйте быстро, иначе он умрет. Мучительно. Вы показали не самое лучшее время. Давайте попробуем что-нибудь еще. Посмотрим, как высоко вы прыгаете. Базовые навыки у вас есть. А упорство, мисс Уокер? Если перед вами стоит задача, вы будете бороться? Или вы спрячетесь под стол? Ангард, мисс Уокер. Нас ждет новая жертва. И откуда они берутся, да? Есть! Готовьтесь стать спасателем. Снова. Еще одна невинная жертва. Я научусь. Скорее, мисс Уокер, тут еще заложник. Вы же не хотите, чтобы он умер, не правда ли? Сейчас будет круче. Наслаждайтесь. Пора валить.
Скорее, новый заложник какой-то слабый. Будьте сильны. Есть! Нечем дышать. Может, вам слишком легко? Это мы исправим. Не могу. Приемлемый результат в упражнении. Заложниками. Мы ведем статистику, чтобы достижения других проводников злили или же вдохновляли вас. Я всегда готова заниматься. Может, хотите их превзойти? Пока довольна. Присядьте. Я хочу, чтобы вы рассказали, что произошло в Сиэтле. Я целую ночь громила город, искала брата, а под утро вернулась на наш катер. Там я встретила его. Он тоже искал Брента. Извиняй, детка, ты не видел этого пацанчика, такого, со здоровенным иракезом? А ты что, знаешь Брента? Ты с теми русскими? Че, акулами? Не, нафиг. Значит, это они утворили? Черт, опять они хватают моих работников. Хватают, стой! Ты знаешь, где он? Покажешь? Эй, сбавь газ, конфетка, я смотрю, ты ищешь приключений на свой задик. Я не знаю, какие у вас с Брентом были дела, но... Он мой брат. Помоги мне. Брат? Так ты про Ныра? А я Шейн. Шейн. Брент не рассказывал, что его сестра такая куколка. Скажи, где его найти? На восточном берегу. Спасибо. Если что-нибудь узнаешь, позвони на номер Брента, ладно? Да-да, конечно. Как скажешь, детка. Только постарайся никуда не вляпаться, ладно? Город должен увидеть настоящую меня. Нужен неон. Много неона.